Привет, друзья! Вы на канале Русского сумасшедшего пилота, и сегодня мы попробуем обучить 5-летнего юнца летать на квадрокоптере Autel EVO 2 Pro. Сейчас мы выезжаем, загрузились, поехали. Че, ты готов? Да! Погнали? Да. Чтобы хорошо полетать, нужно хорошо отъехать от города. Лучше это делать там, где нет людей и нет ничего вокруг, кроме вас самих. О, тяжелый? Чего, прям хочешь полетать, да? Ничего там. А кстати, у него одного чуть-чуть сломано. Посмотри, вот кусочек мелкий отлетел. Кто смотрит мой канал уже не первый раз, тот знает, что у меня в распоряжении два квадрокоптера Hapsan Zina 2+. Этот дрон реально может летать далеко. В ролике «Битва дальнолетов» в противостоянии с новым дорогим дроном Autel EVO 2 Pro я показал его возможности. И надо сказать, из этой битвы он вышел победителем. Участники нашего батла Hapsan Zina 2+ и Autel EVO 2 Pro. И Autel EVO 2 Pro. И несмотря на то, что эти квадрокоптеры совершенно разного ценового диапазона, и если встает вопрос, какой же коптер выбрать для того, чтобы дать ребенку попробовать полетать на нем, пожалуй, я выберу самый дорогой. Почему? Почему? Потому что не хочу побьять. Потому что им безопаснее управлять, потому что у него есть масса интеллектуальных функций, у него есть специальные датчики, которые позволяют предохранить коптер и пилотов, которые будут им управлять, от столкновения друг с другом и с этой бренной землей. Короче, чтобы на моей лысине не прибавилось седых волос под моей банданой, я доверю ребенку управление квадрокоптером Autel EVO 2 Pro. Расскажи, как тебя зовут, пожалуйста? Дима. А сколько тебе лет? 6. Когда-нибудь управлял квадрокоптером? Нет. Это твой первый полет будет, да? Да. Ты хочешь этого? Да. Ну что же, тогда приступим? Да. Ты уже видел, что папа запускает такие дроны, да? Да. Он достаточно большой и тяжелый. Для того, чтобы нам его запустить, надо его подготовить. То есть для этого мы раскладываем его ножки. Видишь? Да. И ставим его на удобную площадку. Давай, это будет вот это место, на котором ты стоишь. Вот. Надо смотреть, чтобы не было травы, которая будет мешать нашим лопастям. И расправляем лопасти, да? Не очень ровно, что ты поставил. Лопастя. Ну вот это как-то. А что ты до конца лопасти вот так? Ну, они потом расправятся во время полета. А. Тупая муха. Пап, а вот этот квадрокоптер будет разрезать мух на две части? Наверняка, если он будет попадать винтами по мухам, они будут разлетаться на мелкие кусочки. Поэтому сегодня лопасти придется протирать. Значит, управляется квадрокоптер вот таким пультом, да, ты знаешь? Ну, да. Вот этот стик у нас... Летать вверх и вниз? Вот этот стик у нас, да, поднимает квадрокоптер вверх и опускает вниз. То есть, когда мы поднимаем его вверх, вот это вниз. Вот этот и этот же стик делает развороты в правую сторону и в левую. А вот этот? А этот стик делает смещение, то есть когда коптер сдвигается, вот так летит или так в бок и вперед назад. Хорошо. Понял? Понял. Вот, то есть вперед назад, вот влево, вправо. Вот подожди, тут есть специальный проводочек, нам это все надо соединить. Так, и сейчас мы найдем это приложение. Все это дело, да, запустим. Там было приложение, которое называется ОК. А вот это приложение называется Autel Explorer. Мы его запускаем и видим вот такую картинку, да? Да. Запускаем камеру, потому что мы будем летать с камерой. А вот это? Это предупреждение на английском языке. Точно такое приложение есть на русском. Но тебе без разницы, правильно? Ты еще не умеешь читать? Ну да. Нормально. Ну, первые слова я умею читать. Первые слова. Какие слова? Ну, некоторые. Некоторые умеешь. Хорошо. Так, ладно. Здесь на английском. Ну, ты тоже некоторые слова на английском умеешь же читать, да? Да. Ок. Ок. Так, значит, что дальше? Нужно подключить квадрокоптер. Пульт мы включаем вот этой кнопкой. На кружочек и точечка. Нажимай. Нажми и подержи. Понял. Включился?
Включился. Подожди, не торопись. Вот эта кнопка, это взлет и посадка. Видишь? Да. Стрелочки. Это взлет и посадка для того, чтобы мы могли, то есть, взлететь и приземлиться. Эта кнопка возвращение домой. То есть, если мы улетели далеко, то мы можем нажать на эту кнопку, и квадрокоптер автоматически вернется домой. Такая вот тема. Даже можно не управлять? Ну да, то есть ты закончишь летать и скажешь: дрони домой, и нажмешь эту кнопочку, и он сюда прилетит обратно. Представляешь? Ну сейчас я отойду, чтоб мне не прилетело по голове. Я немножко схитрил и все-таки включу режим новичка. Я все слышал. Ты все слышал? Режим новичка позволяет квадрокоптеру не улетать далеко. Даже если ты вдруг ошибешься с управлением, ты будешь летать все равно в районе этой площадки. Вот это вверх и вниз, разворота, вот это. Вот так и вот так. Угу. И у нас в режиме новичка также работает ограничение по скорости. То есть он летает невысоко, там до 50 метров высота. Понял. И недалеко. В районе там тоже что-то, по-моему, 50 метров. Я не помню, надо посмотреть. Сейчас узнаем. Так, ты готов? Да. Нам надо включить квадрокоптер теперь. Иди сюда. Смотри, да. Квадрокоптер включается вот этой кнопочкой. Понял, это батарейка так включается. Да, ее надо нажать и подержать. Понял. Здесь смотри. Надо все нажать и подержать. Квадрокоптер начинает инициализироваться. Шипеть. Начинает. Да, шипеть, кряхтеть. И мухи зажат. Сейчас я этих мух убью нафиг. Ну иди сюда. Смотри, дисплей уже включился, видишь? Да. Квадрокоптер видит траву. Пока не торопись. Вначале нажимаешь на эту кнопку. На какую? На вот эту? Да, это взлет. Держишь ее. Нажимай. Отпустил. Да, ты можешь управлять им. Так, а чтобы начать запись, нужно нажать вот эту кнопку здесь. Вот эту красненькую. Нажимай. И квадрокоптер теперь снимает. Развернись и возвращай его назад. Смотри на дисплейчик сюда, ты будешь видеть нас. Вот можешь подлететь ко мне и поснимать меня поближе. Вау, вот это было. Сюда ближе его веди. Попробуй его посадить туда же, откуда мы взлетели. Разверни его вот тогда в ту сторону, где красиво Енисей, река. Вот это же? Да, ты же видишь, где река? Смотри на дисплей. На дисплей смотри. Разворачивай его. Смотри, вот красивое место. Вот река наша, Енисей. И вниз. Лети к реке. Вперед вот этот стик. Ты вот этот не надо крутить, ты смотри на дисплее, видишь картинку красивую и снимай ее. А мне кажется, в другую сторону. В другую сторону некрасиво, ну что там, там мы. Посмотрим, насколько он сможет улететь. Пробуй, вперед веди его. Я заведу его. Вот его разгоняет километров 180, 181 даже. И назад. Ну давай, возвращай назад. Так, все. Ну, ты не смотри на квадрокоптер, ты смотри в дисплей. Что-то неплохо видно. Повернись сюда. А, все, вижу. Вот так. Опускай его пониже. Ну, как я его не вижу? А, вот он, мелкий. Лети сюда, ты видишь нашу машину? Нашу машину сейчас не вижу. Вот здесь есть кнопочка, которая может опускать его под вес, вот этот ролик. Раз, опустил, и так раз. А, все. Все, понял. Достаточно. Посмотри по сторонам теперь. Все, вижу. Машину видишь? Да. Вот, лети к машине и опускайся пониже. Опускай высоту. Ну вот он летит, опускает высоту. Снижайся. Тебе надо посадить его вот сюда, на эту площадку. Аккуратнее двигай. Плавненько подлетай сюда. Вперед не дави. Верни его сюда немножко. Плавно. Назад. Ну, то есть, поворачивай к нам. Сюда возвращай. Опускай его. Вниз. Стоп. Чуть-чуть вперед веди.
плавненько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, в самую траву посадил, смотри. Ой. Нарубил травы, да? Да. А что завис? Взлетай оттуда. Я не могу, что я зима набил. Я тебе показывал, какой кнопочкой взлетать. Ну тогда? Вот я. Тихо, нет. Кнопочка для взлета. Где? Я тебе показывал, она отдельно. Надо нажать и подержать, пока будет полосочка. Вот смотри, вот. Ой, Стас не появился. Чего? Ну-ка еще раз. Нажимай, держи. Все, стой. Че ты застрял? Потому что где? Мешает трава. Ну да, застрял трава. Вот если бы ты съел там, где нет травы. Так, значит. Вернись назад и попробуй приземлиться вот на этот же пятачок, с которого ты взлетел. Плавненько, делай плавненько. Не надо давить на максимальную силу стиками. Работай потихонечку. Стой. Чуть-чуть вправо. Другой стик. Нет, не повернуться надо. Сейчас вперед немножко. Чуть-чуть вперед. Опускаемся и приземляемся полностью. Приземляйся. Не надо вот как попало. Дим, когда ты управляешь квадрокоптером, не надо жать куда попало стики, понимаешь? Если ты приземляешься, ты работаешь одним стиком, а стик движения вперед-назад в это время не трогаешь. Поправь его, поставь ровненько, где нет травы. Ага. Шипит. Сложно управлять? Ну, не так уж сложно. Тебе понравилось? Батарейка садится уже. А что, блин? Ну, что ты делаешь? А что тут не опускаться? Все, он опустился. Ну что, расскажи, сложно управлять квадрокоптером? Нет. Чему ты научился сегодня? Хорошо летать. Насколько хорошо? Ну, где-то на четверку. На четверку? Да. Когда будет пятерка? Не знаю. Наверное, когда мне будет 7 лет. То есть надо немножко подрасти, да? Угу. Ну что же, успехов тебе. Давай. Что можешь пожелать подписчикам? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Догоняшки, говоришь, поиграем? Давай. Только вот это, а то здесь еще манан. Да, злой. Убегай. Теперь я тебя догоняю. К нему не подбегай, он порубит лопастями. Ну можешь высоко его поднять? Повыше еще. Я его обогнал. Ну я собираюсь от него улететь. Пап, можно я на крышу машины залезу? Залезь. Че? Залезь. В общем, тема дронов достаточно многогранна, но основной момент заключается в том, что чем дешевле дрон, тем легче его размотать. То есть разбить, влететь на нем куда-нибудь. Если дрон без датчиков, а все недорогие дроны, которые более-менее нормально снимают, они практически все без датчиков. Это и серия DJI, бюджетные дроны, которые мини-1, мини-2, мини-3, уже датчики появились, папа! Но достаточно в ограниченном количестве, и смотри, видимость у них достаточно ограниченная. Что? Ау, я вижу тебя. Вы. Точно так же и дрон Hapsan Zina 2+, которым я управлял больше 3 лет. Он тоже без датчиков, плюс ко всему прочему, он достаточно тяжелый, он весит целый килограмм, а вот и вернулся наш красавец. Поэтому такие дроны я бы ни в коем случае не рекомендовал давать детям для того, чтобы они пробовали ими управлять. Это чревато для дрона и совершенно небезопасно для окружающих людей и для ребенка в том числе. Ну, а дорогим дроном управлять в любом случае проще и взрослому, и ребенку с той точки зрения, что он защищает себя и окружающих сам. Но нужно помнить, конечно же, меры безопасности, нужно помнить о том, что
Это тяжелая, серьезная летающая вещь, которая может и пальцы отрубить. Ветром Малелька колбаснула аппарат, подсунул палец под лопасть. И наделать массу неприятных вещей. Поэтому что тут сказать? Летайте безопасно, приучайте к полетам своих детей, но не бросайте их в этом увлечении одних. Контролируйте, обучайте, советуйте, защищайте. На этом все. До новых встреч. Пока. Стоп, пап! Делать вообще. Вообще, если что-то будет делать. Пап. А когда будет делать, за тобой будет лететь? А то можно бесконечно лететь за машиной. Может. А что там плохо начинает лететь? Бояться, что без дерева, чтобы